Наперекор малоснежной зиме. К концу декабря в Абаканском парке культуры и отдыха откроется лыжная трасса. Ее протяженность ориентировочно составит около 1,5 километра. Она рассчитана как на классический ход, так и на коньковый. Но для подготовки лыжни потребуется время. Дефицит снега в зоне отдыха в полной мере компенсирует пушка. Сейчас в этой части парка целыми днями искусственные осадки. Над будущей трассой идет созданный техникой снег. А сегодня на маршруте появился ротрак. Профессиональная машина для профилировки лыжни. Участок за участком, по кругу, от старта до финиша. Это принцип дорожного катка. Вот здесь, где ротрак еще только начал работать, снег рыхлый и проваливается. Чуть дальше, следующий участок, где уже все готово, он уже превратился в наст. То есть здесь можно прокладывать лыжню. Ротрак предоставлен Абакану спортшколой ТЁЯ при поддержке Министерства спорта Хакасии. В ближайшие дни он будет работать в тандеме со снеговой пушкой. И уже только после этого в дело пустят буран для нарезки самой лыжни. По оценкам специалистов, в последней декаде декабря все будет готово. Первыми на эту трассу выйдут участники абаканского первенства. И далее уже по расписанию соревнования республиканского и городского уровня. Здесь же запланировано проведение «Лыжни России» в феврале-начале марта следующего года.